Привет, ребят. Вообще, я планировал записать другой ролик, но один из комментов настолько меня задел, что я решил снять на него ответ. Потому что, думаю, ситуация типичная для наших реалий, для СНГ, для России, для Беларуси, Украины. Коммент звучит следующим образом, сейчас зачитаю его. Написал его VXYT, надеюсь, правильно читаю ник. У меня только Xbox 360. По твоим видео 100% буду копить на PS4 Slim. Вроде ничего такого, парень пока имеет только Xbox и планирует накопить на слимку. Естественно, посмотрел ролики, посмотрел отзывы в интернете и решил, что надо брать слимку. Это нормально. Но самая важная вторая часть сообщения. Дальше ему там ответили, да, что брать уже поздно, точнее копить уже поздно, бери или сейчас, или жди уже PS5, копи на PS5, все по делу, правильно. И парень ответил что-то в духе «семья бедная», что денег не дают на карманные расходы, что приходится работать и так далее, что для него не вариант копить на PlayStation 5, что самое оптимальное купить PlayStation 4 Slim к Новому году. И после того, как я это почитал, у меня возник чуть ли не поток мыслей, и я подумал, блин, а сколько таких еще людей, которые, возможно, насмотрятся роликов в интернете, в том числе и моих, и потом копят деньги, находясь в таком же положении на консоли, и ощущая некую потребность записать для вас этот ролик, этот ответ. Давайте начнем с чего-то положительного. Есть два момента, за которые этого человека можно похвалить. Во-первых, он понимает, где он находится, и он это признает. Потому что сейчас мало кто может признать, что он находится в каком-то материально сложном положении. Все пытаются казаться какими-то богатыми, быть тем, кем они не являются. Как-то этим даже кичиться. Тем, что они, мол, богатые, посмотрите, что у меня есть. Хотя на самом деле это скорее какая-то мишура. Они, это не их образ жизни, это какая-то попытка соответствовать тому, кем они не являются. Попытка быть кем-то, попытка казаться, попытка какого-то одобрения получить. Это, на самом деле, самая хреновая вещь, пытаться получить одобрение окружающих. А человек его не ищет. Он пишет, что я вот такой, я понимаю, где я это признаю. Так, что там, секунду. Но на самом деле, когда люди признают, что они бедные, есть два варианта. Надеюсь, у нас наш первый вариант. Когда люди просто осознают, что да, я сейчас в таком положении. И думают о том, как отсюда выбраться. Вторая часть сообщения, думаю, как раз таки об этом и свидетельствует. А есть те, кто просто убедили себя, что мы бедные, и все, вот есть богатые, есть бедные, и мы вот, мы это мы, они это они, и мы отсюда никак не вырвемся, мы будем всегда бедными, они будут такими, они вообще плохие, наворовали, накрали и так далее. А к этому еще, возможно, вернемся сегодня. Но есть те, кто понимают, где они, и понимают, что надо с этим что-то делать. Вот вторая часть сообщения, что ты пишешь, что приходится работать. Надеюсь, все-таки не приходится работать, ты сам решил, что надо идти работать. Потому что ты понял, что ты на мели, ты хочешь консоль, на примере консоли разбираем, и ты подумал, а что я могу сделать? Может, неосознанно решил, подумал у себя где-то, что я могу с этим сделать, и понял, что могу пойти работать. Это положительное решение, это правильное мышление, когда ты понимаешь, где ты, куда ты хочешь, и думаешь, что я могу сделать, и находишь верное решение. Потому что многие, находясь в плохом положении, в материальном, и да не только материальном, сидят и ноют, и ничего не делают, просто жалуются и ищут виноватых в этой ситуации, что виновато правительство, виноваты богатые, которые накрали и так далее. Но может быть и так, но от того, что будешь ныть, ничего не изменится, надо это понимать. Но в то же время я и не мотивационный тренер, и я не буду обнадеживать, что если ты будешь это пытаться, то все получится. Скорее всего, тебя грандиозный успех не ждет. Это не Голливуд, мы здесь не снимаемся в фильме, здесь реальная жизнь. Но, тем не менее, ты будешь хотя бы чист перед самим собой, что ты делал, что ты все возможное сделал. Это уже большой положительный момент. И давай применять твое мышление в верном направлении. Не в поисках консолей, а в поисках выхода, настоящего выхода. Сейчас, наверное, то, что я скажу, прозвучит странно на канале про консоли и про игры. Но игры и консоли — это ни в коем случае не должно быть способом побега от реальности, ни в коем случае не должно быть самой целью. Для меня игры — это что-то в духе, знаешь, как сериалы люди вечером смотрят, когда все уже сделали после работы. И вот, и не то, что просто пришел вечером и давай играть, нет. Если погода плохая, на велике покататься нельзя, там все разъехались, просто прогуляться уже не хочется, и ты все сделал на день, что планировал, все дела поделал, то только тогда, я считаю, можно сесть и поиграть в какую-то хорошую сюжетку пройти какую-то. Вот это считаю нормальным геймингом, нормальным отношением к играм. И игры не должны быть побегом от реальности, как я уже говорил. Ни в коем случае не должны заменять реальный мир. Ни в коем случае не должны заменять какие-то проблемы.
необходимость решать проблемы. Наоборот, надо им идти навстречу. Думаю, все это уже тысячу раз слышали. Это так и есть. Нельзя их заигрывать играми. Игры — это скорее какой-то способ награды себя, что ты достиг чего-то. Пусть даже так прозвучит. Странно, конечно. Что игра — это когда ты... Когда ты уже можешь себе это позволить поиграть, а не бежишь от чего-то в играх. Рассказываю человеку, который в школу ходит еще. Но когда, если не сейчас? Суть в том, что ты не смотри на других. Тех, кто находится сейчас на более высоком уровне старта. Игра... Жизнь так ролевая игра, но у каждого левел сразу изначально разный. В игре всех нулевой, а здесь у кого-то 17, у кого-то нулевой, у кого-то минус 20. И чем ты ниже, тем раньше тебе начинают думать о чем-то. Мотивируя тебя, да? Суть в том, что не надо тебе эта консоль. Вот что хотел тебе сказать. Если у тебя такое положение, что все плохо, семья бедная, то ты думай, а что будет дальше? Скорее всего, твои родители, если они действительно бедные, они не смогут тебе позволить тебе учиться где-то, в каком-то месте, которое может дать себе потом хорошую работу, высокооплачиваемую. Так устроен мир, что богатые становятся богаче, а бедные беднее. Потому что бедные видят только бедноту, а богатые, они вращаются в кругу богатых. У них гораздо все проще. Не потому что у них есть деньги, хотя и поэтому тоже, а потому что у них опыт другой, совершенно, у них другое окружение. Все совсем по-другому. У них, как в ролевой игре я говорил, левел уже 17-й, у тебя еще минус 5-й, тебе нужно пыхтеть гораздо больше. Хотя задачи жизнь ставит перед людьми одни и те же. И перед тех, у кого высокий уровень, и перед тех, у кого маленький. Всем надо выжить. На канале про игры рассказываю про выживание. Да, забавно, но так и есть. Поэтому всем, у кого такое же хреновое положение, если реально хреново все, то не надо не про игры думать, а думать, что я могу с этим сделать, как этот вопрос решить, как эту задачу решить, что я могу сейчас применить, хоть что-нибудь. Хотя бы деньги накопить, не знаю, язык выучить. Может, все считают, что здесь нельзя заработать деньги у нас, в наших реалиях. В странах СНГ. Если так считаешь тоже, то так оно и будет. Хотя я убежден, что здесь тоже можно заработать, не только воруя. Потому что я вижу, что много каких-то бизнесов появляется, которые люди сами строят. И это радует, что есть какая-то положительная тенденция. Но если веришь в то, что здесь только воровать можно, то учи язык, уезжай. Ты в силах это сделать, да? Не о консолях надо думать. Надеюсь, вас не сильно загрузил сегодня этими рассказами. Что есть, то есть. Жизнь — это не Голливуд. Здесь нет такого, что богатые получат, не богатые, плохие получат по заслугам, а хорошие им все будет хорошо. Ни хрена подобного. Здесь реальный мир, ё-моё. Оглянитесь. Здесь бедные беднеют, богатые богатеют. Единственное, что стоит перед бедными, это задача решить эту задачу. И это сложно, как, знаешь, помните, может... Такой мультик был про Мюнхгаузена, который сам себе за косичку вытаскивал. Вот задача бедных — вытащить самого себя за косичку. Это будет очень-очень сложно. Поэтому вытаскивайте себя за косичку, делайте невозможное. Пытайтесь. Не смотрите на других, у кого уже уровень высокий. Вам надо еще этого достичь. У них все проще. И нечего на это жаловаться. Так есть, так устроен мир. Все, что мы можем, это играть по его правилам. Его правило — то, что для бедных задача вырваться оттуда. Всеми силами, а не зарываться еще больше. Вот купишь ты консоль, потом станет задача покупать игры. У тебя, небось, Xbox 360 прошитый. Кстати, если так уже хочется играть, я понимаю, ты еще в школу ходишь, там, так понимаю, еще подросток, то у тебя есть Xbox, и я сомневаюсь, что ты прошел все, что хотел, все, что на нем есть, на нем хватает игрушек нормальных. Да, там графика будет не огонь, но хочешь поиграть, так играй хотя бы в Xbox пока. Но думай о том, как тебе отсюда вырваться, как себе... позволить PlayStation не копить, а чтобы взял и купил приставку. И все, чтобы это не было напряжно. Чтобы это было, ну, как пойти, не знаю, купить себе какую-то еду, там, одежду, все что угодно. Чтобы это было просто, чтобы это не было сложно. Я считаю, что нужно покупать консоль, хотя консоль — это скорее гейминг для бедных, потому что 300 баксов, даже 270 сейчас стоит, это самый дешевый способ поиграть в современные игры. И то, этого надо достичь еще, чтобы ты мог себе это позволить. Можешь себе позволить — это не значит, что у тебя есть 270 баксов на консоль. Это значит, что у тебя есть, не знаю, 2000 баксов, и ты можешь себе купить, и вообще не в напряг, чтобы тебе это было. Я считаю, что это должно быть именно так. Надеюсь, я донес свою идею. Спасибо, что смотрели. Надеюсь,
было вам полезно. Пока.